полюбил проект «Сердце километра». Я поехала на этот проект, чтобы меня забрали в семью. Мне этот проект очень много дал. Самое главное, этот проект мне дал дружбу. Проект «Сердце километра» мне дал семью. Откровенный разговор с главными героями самой масштабной социальной акции этого года «Сердце километры». Проект меня научил не сдаваться, дал уверенность, даже если ребенок живет не в семье, а в детском доме, это не совсем плохо. «Сердце километры. Жизнь после проекта». В сентябре в программе «Утро на Енисее». При поддержке компании «Красцветмет».